забирайте эту руку. Да. Вот так. Понимаете? То есть вы как бы, если вот мне нужно пробраться к вам, я делаю движение раз. Это уже конец. Я специально для женщин технику подготовил. Вот вы должны все время ориентировать. Вот все время ориентировать. Сюда. Ну, давай, давай. Не так, а вот так. Давай. Ну, не забывать, что здесь и сюда. И вы меня должны пугать. Сразу все внимание на это. Смотри внимательно. Раз. Вот. Отсюда. Я уже прихожу, я уже могу здесь атаковать, потому что я здесь контролирую. Опять ты не обращаешь внимания и начинаешь двигаться. А я выкручиваюсь. Так выкручиваться надо куда, вот если я так делаю. Во, вот. Не забывай. Нет, я делаю шаг. Да. Это как бы не потому, что я очень честный, а потому что принцип мячун – это рациональность. Опять раз, центральный момент. Не защищайся. Уходить надо с центральной линии. Вот атака пошла. Я ушел. Вот я ушел. Но я ухожу с ударом. Здесь, да? Опять вы отталкиваетесь. Надо плести руку. Плести. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. И когда вы бьете вот сюда, здесь что-то более реальное. Раз, я же не бью тоже, я реально не мечаю. А вот так вот. Можно использовать вот эту технику, смотри. Брыжущую, да? Тогда ее надо использовать. Да. Раз. Раз. Три. Теперь. Опять. Ну, сейчас уже лучше, намного лучше. Намного лучше, но все равно, ну, как бы. Так. Движение должно быть.
Mm-hmm.